as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Привет, с вами журнал «Мотоэксперт», меня зовут Сергей Попов, и сегодня я вам хочу рассказать про один уникальнейший мотоцикл. И как вы, наверное, думаете, уникальные мотоциклы – это что-то либо очень дорогое, либо то, за чем охотятся коллекционеры. Но сегодняшняя наша история будет не про такой мотоцикл, он будет одним из самых бюджетных мотоциклов. Более того, не только в покупке, в приобретении, но также и в дальнейшей эксплуатации, причем со стоимостью километра сильно ниже, чем у любого другого мотоцикла. И помимо этого, он будет самым экологически чистым мотоциклом с двигателем внутреннего сгорания, существующим на сегодняшний день. Встречайте, Bajaj Freedom 125. Прежде чем мы начнем говорить про непосредственно сам мотоцикл, следует упомянуть про индийскую школу мотоциклостроения и непосредственно про сам бренд Bajaj. Они очень сильно отличаются от всего, что существует на рынке. Особенно от китайских мотоциклов в сегменте ценовом, с которыми они обычно соревнуются. Если посмотреть на китайский мотопром, к примеру, то вся их инженерия строится на разработках японских либо европейских инженеров. В случае с Баджаджем история немножечко иная, и вообще с Индией. Когда мы говорим про китайские мотоциклы, в большинстве случаев мы не можем припомнить какие-то уникальные решения у них. То есть все позаимствовано откуда-то. В случае с Индией они всегда стремятся производить что-то свое, собственное. Пример тому – это, опять же, мотоциклы фирмы Bajaj, которые делались с тремя свечами на цилиндр. Найдите еще какие-нибудь мотоциклы, где есть три свечи на цилиндр. Также можно отметить модель Vikrant, которая выпускалась. Почему она имела название Vikrant? Бак этих мотоциклов был произведен из металла, который был переплавлен из авианосца военного под названием Vikrant, который был произведен в 1945 году в Британии, после своей службы был списан и продан в Индию. И уже Индия, поэксплуатировав его еще некоторое время, продала его в частную компанию Bajaj, которая пустила его на переплавку, чтобы делать топливные баки для мотоциклов под названием Vikrant. Также индийский мотопром известен тем, что они одни из немногих, кто выпускали мотоциклы с дизельными двигателями. Много ли вы знаете таких серийных мотоциклов? В Индии они были. Ну а теперь мы вернемся к нашему подопытному, потому что он тоже является своеобразной изюминкой бренда Bajaj и очень сильно отличается от всего, что вы знаете. Прежде всего тем, что у него битопливная силовая установка. То есть его двигатель работает как на бензине, так и на газу. А конкретно на метане, или CNG по-другому, если говорить на английском языке. Двигатель у нас имеет горизонтальную компоновку, одноцилиндровый, с объемом 125 кубических сантиметров. Выдает он в районе 9,5 лошадиных сил. Это если мы говорим про работу на бензине. Но если мы переключим его кнопочкой на руле на другой вид топлива, на газ, то его мощность упадет приблизительно до 9 лошадиных сил, что, в принципе, практически незаметно на ходу. Данный мотоцикл оснащен двумя видами стартеров. По старинке тут имеется кикстартер. Особенно это актуально для Индии, где в случае чего, если, например, высадился аккумулятор, мотоцикл всегда можно завести механическим способом. И также здесь есть дино-стартер. Не просто электрический стартер, а это стартер, который совмещен с генератором. Причем отличительная особенность его, что он очень тихо заводится. То есть вот мы не слышим... Так, ну мотоцикл у нас холодный, поэтому он, конечно, не сразу завелся, но тем не менее, обычный, привычный нам звук стартера, когда мы заводим этот мотоцикл, нам не слышно. Разумеется, мотоцикл инжекторный, причем инжектор умеет переключаться между топливными картами под разные типы топлива нажатием одной кнопочки на руле.
Причем, когда закончится газ, мотоцикл сам переключается на бензин. Что касается динамических характеристик, мотоцикл действительно не поражает своей динамикой. Все-таки 9 с лишним лошадиных сил – это немного. И максимальная скорость у этого мотоцикла где-то в районе 100 км в час. Но он и не делался для того, чтобы ездить на нем слишком большие расстояния. Все-таки это рабочая лошадка какого-то локального использования. Что же касается ходовых испытаний, мне довелось испытать пока еще не сертифицированный мотоцикл на наших дорогах. Вернее, дорогах подмосковного полигона НАМИ в разных режимах и рельефах. Больше всего огорчила скорость. Под моими 106 килограммами веса мотоцикл отказался развивать более 100 км в час. Но оно и понятно, ведь это не магистральный тягач со всеми удобствами, а всего лишь лошадка локального назначения. Попробовав оба режима езды, на бензине и на газу, я не заметил разницы. Все же ее сложно найти между 9,5 и 9 лошадиными силами. Гораздо больше градиент ощущается от подъема в горку или спуска. А вот что интересно, я так и не понял, где крутящий момент у этого мотора. То ли он внизу, то ли вверху, но это всего лишь значит, что инженеры Bajaj постарались размазать его в полочку по всему диапазону достаточно равномерно, что позволяет не сильно переживать за диапазон оборотов. Разве что передача коротковата. Например, отсечка на второй передаче уже в районе 40 км в час. В едва заметное ра-та-та упираешься частенько при попытке раскрутиться на разгоне. Зато с торможением тут полный порядок. Все же мотор не такой мощный, мотоцикл легкий, и версии с дисковым тормозом ему этого вполне хватает. Вообще, чтобы понять основной конструктив мотоцикла, как это все устроено, нам необходимо для этого снять сиденье с мотоцикла и увидеть здесь газовый баллон, вокруг которого, собственно, построен весь мотоцикл. Из-за расположения баллона и его объема в раме, рама имеет свою специфичную форму для того, чтобы защищать этот баллон в случае ДТП. Так как он расположен по центру мотоцикла, при фронтальном или заднем ударе баллон, как правило, не страдает. В принципе, он заключен в такую, как птичью клетку, и повредить его достаточно проблематично. Сам баллон сделан из металла. Баллон у данного мотоцикла имеет вместимость 2 кг газа. Этого хватает приблизительно на 200 км пути, при том, что стоит это топливо 2 кг в районе 66 рублей. Это говорит нам о том, что стоимость 1 км пробега на этом виде топлива менее 1 рубля. Сильно меньше, причем 1 рубля. Для сравнения, на бензине здесь приблизительно выходит 1,5 рубля километр. На мотоцикле присутствует два указателя уровня топлива. Один – это на газовом баллоне, на его штуцере присутствует манометр. Второй – на приборной панели. Ну и газ у нас дополнен бензобаком объемом 2 литра. На нем можно проехать до 120 километров, если, опять же, в экономичном режиме. Иными словами, тут общий запас хода на обоих баках до 320 км, как у хорошего туристического эндуро. Я знаю, что вам интересно узнать, сколько этот мотор выдает. А выдает он, ну, не то чтобы сильно много, всего 9,5 лошадиных сил на бензине. При работе на газовом топливе мощность, естественно, ниже. На метане мотор развивает около 9 лошадиных сил и 9,7 ньютон-метров на 5000 оборотов. Впрочем, эта разница на ходу совершенно незаметна. Рамы у нас имеют форму галочки, двигатель, соответственно, имеет подвесное крепление к раме, то есть рама не проходит классическим образом под двигателем, то есть она не заключена в один контур. Здесь стальная трубчатая рама типа птичья клетка, закрывающая баллон, которая такой галочкой проходит над мотором, висящим снизу. Маятник стальной. Снаряженная масса мотоцикла 149 кг, всего лишь, то есть он достаточно легкий. Вы не смотрите, что он такой компактный, это просто я почти 2 метра ростом, поэтому он кажется на моем фоне не столь большим. Но, тем не менее, это достаточно все же компактный и легкий мотоцикл. Шасси мотоцикла очень простое, но при этом современное и интересное. Даже тормоза, вот что-что, а удивляться им вообще не входило в мои планы. Тут важно отметить, что у мотоцикла есть минимум две версии. В базе он поставляется с барабанными тормозами. В 2025 году. Да, вы не ослышались. В нашей же версии спереди установлен однодисковый гидравлический двухпоршневой тормоз. Причем, на мое удивление, он не просто сносно тормозил, а очень прогнозируемо останавливал мотоцикл с хорошей тормозной динамикой. Но даже не это самое превосходное. Здесь реализован комби-брейк. И знатоки уже удивились, а для незнающих поясню. Комби-брейк – это когда при нажатии на один рычаг задействуются оба тормоза.
Обычно это решение встречается в дорогих туристических мотоциклах. И уж точно не ожидаешь увидеть его в бюджетном малокубатурнике. Но еще необычнее реализация системы между гидравликой и барабанным тормозом. Правда, работает комби только при нажатии на рычаг заднего тормоза, задействуя через тросовый привод тормозную машинку на руле. Разумеется, АБС по классу не положен. Тормозные механизмы у данного мотоцикла тоже имеют свою уникальность, особенно в 2025 году, потому что сзади мы видим барабанный тормоз. К слову сказать, и спереди тормоз тоже бывает барабанным, но в нашей версии он дисковый, то есть мотоцикл бывает в разных комплектациях. Что из интересного здесь можно отметить, это то, что несмотря на то, что тормоза разные по типу, здесь реализован комби-брейк, то есть у нас при нажатии на задний тормоз также подключается передний тормоз. По подвеске. Здесь установлен моноамортизатор с регулировкой преднатяга пружины. И работает он через рычаги прогрессии. Для мотоцикла такого класса это достаточно круто. А спереди обычная телескопическая вилка. Но посмотрите, какой интересной формы у нее кожух перьев. Очень заметно отношение индийцев к производству. Внимание уделено буквально каждой детали. Посмотрите на то, как выполнена вилка. То есть она закрыта каким-то кожухом. Да, он пластиковый, но тем не менее он не похож ни на что другое. Трубы вилки закрыты таким необычным обтекателем, а вокруг фары еще и идут стильные стальные дуги. Да и сама фара, имея классические округлые очертания, выглядит совершенно нетипично. Вроде угодила и любителям классики, и адептам хай-тека. У мотоцикла очень интересной формы седло, причем оно достаточно длинное. То есть, по сути, почти весь мотоцикл – это одно большое сиденье. Чисто теоретически сюда можно было бы усесться втроем, но мы так не рекомендуем передвигаться на нем, потому что это небезопасно. На мотоцикле присутствуют вот такие крепежные элементы, на которые можно повесить какие-нибудь сумки или кофры. То есть, видно, что индусы побеспокоились о том, чтобы конечному потребителю было удобно дооборудовать мотоцикл под свои нужды. Что касается посадки на этом мотоцикле, она достаточно удобная. Даже с моим 2-метровым ростом я на нем, в принципе, достаточно комфортно помещаюсь. Да, изгиб в коленях больше 90 градусов, но это нормально для компактных дорожных мотоциклов. По положению рук на руле не возникает никаких глобальных проблем. То есть мне не приходится там излишне как-то отсаживаться назад, тянуться к рулю, ну, разумеется, мне тоже никогда практически не приходится. В остальном все на своих местах, все действительно комфортно, удобно, и ехать на мотоцикле достаточно длительное время я бы без проблем бы смог. Что касается места пассажира, коли он на центральной подножке, мы можем это продемонстрировать. О, да там еще больше места, мы можем даже... Ну да, места на нем действительно много. То есть, в принципе, это не такой уж и компактный мотоцикл. Он не будет по своим размерам сопоставляться с какой-нибудь там Альфой или чем-то вот таким маленьким бюджетным мопедообразным. То есть, вполне себе мотоцикл. Отдельного разговора требует рулевое управление. Кратчайший трейл, условно угол наклона вилки, вкупе с короткой базой позволяет вертеть этот мотоцикл на площадке едва больше шахматной доски. Но есть и нюанс, на скорости особенно. Тогда как большинство мотоциклов склонны к спрямлению траектории поворота при ослаблении воздействия на руль, Freedom как будто очень хочет всегда оставаться в вираже, вообще никак не сопротивляется поворотам и легко в них заходит. Обратная сторона медали – такое поведение может приводить к воблингу на скоростях выше 100 км в час, которые не являются конструкционными для данного шасси. Так что и здесь индусы соблюли тонкий баланс, сделав очередную необычную изюминку. Подвеска мотоцикла хватает. Легко ездить даже по легкому бездорожью. Чтобы пробить ее, придется разве что прыгать или летать по глубоким ямам на неадекватной скорости. Но на таком диаметре колес вы вряд ли этого захотите. Такие эксперименты точно не для этого мотоцикла. Вибрации вообще не докучают. В целом ощущение не как от бюджетного мотоцикла, а скорее как от законченного продукта, который соответствует строго определенным задачам, но при этом выглядит необычно и современно. Подводя итог, мотоцикл получился необычным и интересным, даже если оставить за скобками первый в мире серийный газовый мотоцикл, работающий на метане. Работа на метане – это интересно, даже если вынести за скобки то, что он очень экологичен, дешев в эксплуатации. Единственный пока условный минус – это то, что метановых заправок пока не так много, как хотелось бы. Все-таки это не пропан. Но нужно понимать, что запасы метана в мире несоизмеримо больше, чем получают пропаны при переработке нефти.
Что же до взрывоопасности, бензиновые пары тоже очень хорошо горят, однако мы не часто наблюдаем полыхающие мотоциклы. Нет оснований полагать, что газ будет сильно опасней. Температура воспламенения метана около 650 градусов Цельсия, а у паров бензина примерно 250-300 градусов. Кроме этого, метан легче воздуха, и при утечке он будет просто подниматься вверх, и создать необходимую для горения концентрацию газа будет непросто. Однако, как будет на деле, покажет время. Пока можно смотреть новости из Индии, где этот мотоцикл уже продается, и собирать статистику там. Единственный момент, который в Индии важен, но не так важен в России, это цена километра пути. У нас дешевое топливо, и у нас никто не покупает мотоциклы от бедности. Мало кого волнует и экология. Поэтому главные преимущества Freedom в России могут и не выстрелить. Но и без них мотоцикл интересный. Подводя итог, можно сказать, что данный мотоцикл получился очень сбалансированным по всем своим параметрам. Подвесок ему хватает даже для езды по пересеченной местности. Тормоза для своего веса у него отличные. Самое выдающееся в нем – это его эксплуатационные характеристики, а именно его расход топлива, цена этого топлива. Общий пробег на бензиновом и газовом баке, которые суммарно составляют до 330 километров, то есть это аналог какому-нибудь хорошему туристическому эндуро. В принципе, мотоцикл получился весьма интересным, поэтому можно смело заявлять, что это единственный в своем роде мотоцикл, и он аналогов не имеет, конкурентов не имеет, и в своей кубатуре будет интереснее чего угодно другого. На данный момент такой мотоцикл в России всего лишь один, он перед вами, он проходит сертификацию, поэтому пока что на данный момент его купить у нас нельзя, но в ближайшее время, я думаю, это будет сделать можно. По стоимости сложно пока сориентироваться, сколько он будет стоить, скорее всего, немного дороже, чем его одноклассники, например, Bajaj Boxer, который в зависимости от комплектации стоит на данный момент где-то приблизительно от 170 до 185 тысяч рублей. На этом все. С вами был Сергей Попов и журнал «Мотоэксперт». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске.